Остановитесь, прижмитесь к обочине, заглушите двигатель. В случае неподчинения мы откроем огонь. Даю вам 3 секунды. Раз. Два. Не слышно, что сейчас ли? Сейчас мост проедем, ребят. Надо было до моста. Хорошо. Сразу в кустах. А я помню. Макака. Красный какой. Согласен. Так, я сразу же пушечку в ручке. Не, давай, давай, право, 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 право. К обочине, к обочине. Все, иди кусты. Сейчас. Уже машина подъезжает. Здравствуйте. Что говорите? Здравствуйте. Причина остановки. Уже машина заезжает. Здравствуйте, Суд Николас, Тесла Барбоса. Данное авто подходит очень хорошо по датировке об угоне. Сейчас я стану пошел сверх номера. А вы можете мне нет, показать? Все, выходим из автомобиля. Данный... Я показал жетончик только что. Выходим из автомобиля, данный авто является в угоне. Сейчас выйду, дверь только открою. Я не могу с оружием бегать просто. Можешь. Если я ни на кого не целюсь, ну вот и все. Вы задержаны за статью 10.7, давайте отойдем. Давайте отойдем. Причина? Вы даже мне не показали ориентировку, вы сразу на меня... Братан, откидывай, откидывай этого, откидывай, просто заливай на него ЖБ. Уже откатил. Где находится ваш документ? Так, хорошо. Сейчас заломаю руку, человек тоже с собой. Да блин, что такое? Что написано у вас ориентировки на ориентировочке? Что у вас ориентировочки? Поехали отсюда, тут опасно. Сейчас такой дверь автомобиля, посажу человека, обтянули меня, закрой дверь. Иди быстро, выкурить транспорт. Не, отыграть. Ты проверил, что? Заливай прям сейчас. Да, я сейчас. Номер стой, 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 стой. Иди за руль, иди за руль, иди за руль, иди за руль. Блядь. Опа, за неподчинение лежит. Откисай, даже мне броник не стал. Из машины вылазим. Из машины вылазим. Так, подожди, он не сказал, присмотрелся, что указывает. Он не сказал. Игнорду, ребят. Поехали. Давай, я за руль упаду. Я за руль, я за руль. Выходим из автомобиля. Подожди, ты меня забыл. Какая ориентировка по мне стреляет, блин? Ребят, игнорду. Поищи ориентировку. Блин, ты номер не помнишь, ё-моё. Сейчас. Ну, ты, конечно, вовремя вы пишете. Вы имеете право в тимолчание, все, что скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать, доверен, просто понимаете свои права? Так, я сейчас откатываю сразу же. Вы имеете право в тимолчание, все, что скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать, доверен, просто понимаете свои права? Все, пошел он вообще. Черт. Сохрани, сохрани отказ сразу же. Да, я сохранял. Сейчас такой дверь автомобиля, это... расстреливает человек. Так, заломаю руку, пойду с собой. Куда он бежит? Он пишет это через полчаса, блин. Какой игнор в дуче, он тупой, что ли? Ты видел, когда он это уже написал? Да, я уже ремень пристегнул. Ты главное вот это сохрани, откат просто. А у меня все, вот это есть уже, вот это есть все. Ну это макака, конечно, выходит, еще что-то пишет про Варна нам. Так, ладненько, сейчас сделаем ситуационные действия. Я хочу спать, блин, сейчас. Так, ладно. Смотрите, будете себя хорошо вести, нет, и чтобы я знал. Меня слышно, нет? Да, слышно. Так, тогда я отпускаю руку, не двигайтесь, я продолжу. Ой, что я сделал? А что такое? Угу. Так, вот так. Стойте на месте. Так, хорошо еще. Где ваш документ находится? У машины остались. Понятно. Сейчас попробую найти документ, чёрт, напротив. Нашел, знакомца, пожал обратно. Сейчас надену перчатки и прохлопаю вещи, что одежда напротив. А адвоката можно мне запросить? Так, телефонный звонок. Ваша штурмовая винтовочка, вижу, я слазь пакеты взял ее. Можно адвоката? Так,
Хорошо. Дальше, сейчас достану здесь пакет. И забыл маску человек напротив, поставлю здесь пакет. Где-то снять маску, блин, снять маску. Сейчас достану КПК, здесь фоторочек напротив. Так. А как вызвать этого адвоката? Кого? Да, я вызову. Не, все уже, не надо, ставь. Не пожалуйста, надо. Адвокат. Так, вы хотите воспользоваться своим правом? Вы хотите воспользоваться своим правом? Да. Что вам нужно? Да. Адвокат. Хорошо. На телефон и звоночек. Да, сейчас, стойте, сексерое время. Адвоката позвал, сексерое время. Я зайду пока. Вы мне ориентировку не показали, ничего не показали. Так, телефон. Ваш звон... друг тоже не показал бы. Адвокат идет, телефон и звонок. Да, я просил. Да, нужен. Вот я сейчас засуну один наручник. Нет. Звоните. А, ну хорошо. Смотри, чтобы он не ушел. Сейчас я кое-что посмотрю.